Привет всем, вы находитесь на канале Check It Out, меня зовут Альтер, и это прослушка. Честно скажу, нет желания слушать альбом Джа Калиба, так как мне не очень нравится то, что он делает. И мне кажется, его музыка, она больше нравится девчонкам. Вот. Ну, у меня такое впечатление, мнение. Поэтому я думаю, что мне не зайдет, но давайте заценим, может, что-нибудь-то интересненькое я услышу. Начнем сначала. Стендап. Сейчас пойдут шуточки. А, или он просто говорит встать. Уважаемые дамы и господа, я хочу сказать вам, что я не идеальный человек, и я не стремлюсь быть идеальным. Также я хочу напомнить вам, что каждому из нас предоставлена своя личная дорога. Поэтому я с огромной улыбкой на лице желаю вам идти своей дорогой и почаще улыбаться. По музлу круто. Ну что, поехали? Сейчас будет жирно. Добрый вечер, дамы, добрый вечер, господа. Все пытаются задеть меня, крича, что я растягиваю. Ты себя Канье Уэстом возомнил? Вот такой вот куплет. Окей. Так, у него тут случайно не намечается альбом о боге? Типа... Чизус король? Но музло хорошее. Джадва. Проклятие, колдовство из глаз. Танцевальная, актуальная, трендовая в наше время. А нет, добавляет лужачок. Неплохо. Но не для меня точно. И это, прикиньте, это минута 40. Что дальше будет, если песня уже кончилась? О май гад, это мы будем всю песню слушать? Музыку? 4 минуты. Это какой-то косяк или что? Ладно, давайте слушать. Или он заново все это пропоет? Будет забавно, конечно. А клип тоже такой, 4 минуты типа идет. А нет, довольно-таки легко. 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 Но что-то мне не заходит. Нет. Цирк, суд идет. Знакомый флоу чей-то. Звучок прикольный. Но тоже что-то напоминает мне этот звучок. Вот уж не могу ничего с собой сделать, как будто я где-то это слышал. Но это в принципе нормально. А я еще думал, что почему цирк называется. Слушай, ну все было хорошо вот до... Город первых. До вот этих смешков. Город нервных. Город стерв и их неверных. Груз, я так Москва обожаю Сити, его город вообще. Город искуситель, судеб исказитель, падший спаситель. Она сыпет порошок и стиральный аппарат. Девочка ведет себя как джоумат. Крутится как чёрчик бесконечный циферблат. Круто, пока мне вот этот больше всего, наверное, нравится. Битло крутое, прям вообще качает. Мне нравится такая тема. Но вот эти вспышки слева, справа что-то как-то криво прозвучали. Вот нахер это вставлять было? Не надо было это. Короче, груз хорош. Можно чисто даже его вырезать и слушать, все. Бит хорош. Но вот эти вспышки слева, справа что-то мне не очень понравились. Письмо матери — это по-любому что-то грустненькое. Знаешь, мне трудно.
близко ушло беззаботное детство людей. Этот город меняет за месяц. Они блуждают в темноте в фальшивых надеждах. Красиво. Хорошая песня. Любите своих мам, цените на самом деле то, что они вам дают, что они рядом, они вам помогают. Мама — это самое дорогое должно быть, что у вас есть. Помогайте им всегда. Идем дальше. «Одинокая влюбленная» feat. Cosmos Girls. Такой R&B 2000-х. Мы возвращаемся к R&B 2000-х и к хип-хопу. Cosmos Girls — это... Я не знаю, кто такие, конечно, но их там, походу, несколько, да? Давайте глянем. Печальная девушка, конечно, но вы все разойдетесь. Это ведь ненадолго. Я думаю, все это понимают. Что по поводу песни? Ну, какая-то скучная, я не знаю, мне не зашла. Вот такие песни, вот как раз таки, мне кажется, зайдут больше девушкам и всяким парням, слюнтяям, как мой друг. Есть один у меня знакомый, который слушает такое. Вот, ну, музло хорошее, напомнило мне музыку 2000-х, песни поколения. What the fuck? Ну вот припев мне чисто не заходит и все. А так битло крутое. Ну и текст, в принципе, неплох. А он повторяется, да? Отчасти. No thanks. Всем дальше противоедем. Вот что забавно. Ну, допустим, если б я... Не знаю, что-то, по-моему, тоже какой-то проходной трек. Напишите вообще в комментариях, какие песни вам больше всего понравились. Мне пока только стендап, город грехов, письмо матери. А, город грехов там же с этим замутом. Вспышка слева, справа. Но все равно, письмо матери, стендап, город грехов. Ну, пока так, противоедет тоже что-то как-то не зашло. Мария. Интересно, какая это Мария. Хуана. Какая осенняя тема. Так, ну второй куплет, по-моему, поинтереснее будет. А то первый что-то вообще коротенький. Кто пишет тексты на Genius? Тут не хватает нескольких слов. Очередной проходной трек для меня. Для моего друга. Барату. Брату, маме, Марии. Если ты заблудал в темноте, но ты ищешь дорогу обратно, не забывай меня, брат. Ну что ж, я могу сказать. Вот под конец музло стало интереснее как-то. Песня, текст сам хорош. Я даже, наверное, буду слушать ее. По льду. Совместная работа с Maruf. Граничащий с реальностью.
Не, ребят, это точно я не буду слушать. I got the vibe. Киев Стоунер. Вот это моя тема. Вот это однозначно пока. Пока это вообще топчик. И пусть я не B.I.G, я кручу тушный хип-хоп, а не fake up against the shit. Пока пашем на районе, ты давай пиши-пиши. Негативный комментарий никак не мешает. Что ты дохуя базаришь, что ты дохуя продюсер, но ты нихуя не шаришь. Ой, это про меня, наверное, был. Дохуя базарю, нихуя не шарю. Короче, это все однозначно мне летит. Плейлист. Хоть я не очень люблю Джек Калиба, а у меня интересно, у меня по-любому есть что-то, наверное, с Джек Калибом. Блин, вот это залет. У меня есть песня Джек Калиб и мод «Ты рядом». Когда ты рядом со мной. Это было давно, ребят. Так что вы не подумайте. Давным-давно я мог себе такое добавить. Какая? Не, ну песня красивая, алло. Так, у Кахая тоже нет текста. Но музло, вау. Оркестр задействован, это уже прикольно. Якщо можеш зупини мене, я не знаю, як без тебе. Мне не очень нравится украинский язык. Казах и украинка решили записать совместную песню. Так ему тоже надо на казахском тогда. А, ну вот он под конец что-то, по-моему, говорит. Ладно, я... Извините, но я не буду это слушать, потому что... Ну и... Здесь очень крутое музло, я уже сказал, да, из-за оркестра. Но... Нет. Дети степей, вот... что, я думаю, многие хотели бы услышать, так как здесь есть Hero, Big Song, Jaman T, Tanir, Tomcha, Isla de Muerta, ну, короче, вообще собрание рэперов казахских какой-то части. Сома 100 лет не слышал вообще. Я, короче, сейчас всех слушаю, и потом я скажу, кто мне больше всего зашел. Но это большой плюс, то, что они записались с Джек Калибом. Я не пожму тебе краба, если скажешь, что сюда. Здесь вопи, в принципе, я и есть инстинкт.
Как жаль, что нет текста песни. В общем, я думаю, что тут же порядок, он такой же, как и они читают. То есть Hero, Джаманси, Биг Сом, Траволта, потом припев, потом Танир, Том, Числа, Демуэрта и Цуп. Если так, просто там в конце еще кто-то зачитал, мне казалось, я всех разделяю. Если так, мне больше всего зашли Траволта, Томча, если я правильно прочел, и Исла де Муэрта. Вот. В принципе, качево, да, неплохо. Клевый сайфер. Было бы круто увидеть клип на эту песню. Ну вот и все, собственно, наконец я дослушаю этот альбом. Пишите в комментариях, какие песни вам больше всего зашли. Я уже сказал, да, стендап, письмо матери, брату, город грехов, ладно, фиг с ним. I got the vibe, я вообще ее себе добавил. И мой письмо матери тоже надо добавить. Вот, ну и дети из степей, в принципе, тоже неплохо. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны, жмите колокольчик, не пропускайте новые видосы. Всем пока. Check it out.